детская всегда классная. Я чувствую, всегда захожу, потому что это, здрасте. Потому что я иногда беру лаки и перешиваю. И, понимаешь, то ли сотня там какая, то ли 1500. А так вот смотрите. Одно ну-ка на мало, пожалуйста. Это, да, может это девичья. Такая красивая. Детская вообще отлично. И я все хочу себе, знаешь, еще что найти. Я хочу, у меня же машинка вышивания. Джинсовую рубашку какую-нибудь такую. И вышить, да, чтобы не жалко было себе выкинуть. Ну, какой хуже. 330. Как будто бы и больно. Просто если твои мой, вот то, что мы с тобой разговаривали. Ну, а тут можно установить картину. Там же в том же городе есть. А, детская так вообще отпадная. Если у кого детки маленькие. Пожалуйста. Пожалуйста, да? Не жалко выкинуть, когда спустится. Выкинуть такие хорошие. Ну, детская вообще классная. Детская отпадная. А вот какая классная. Трикотажная эта. Ну, знаешь, вообще-то это. И мужские, да, ребята, смотрите, это классно. Это вот я как игрушка делала. Одевал потом. Пожалуйста, да. Сколько она? 110 и минус 30%. Вот ради как конюх еще минус, знаешь, когда. Скажи. Я тебе покажу, у меня свитер был купила дорогой. А он, ну как свитер, ты ну как. И знаешь как, ни туда, ни сюда. Вот рубаха классная, большая длина. Ни туда, ни сюда. Такая длина, ни туда, ни сюда. Я купила юбку, купила майку и соединила. Вот такая развивалочка классная. И сделала к этой майке, я присоединила эти воланы. Я сняла воланы. И ты знаешь, как хорошо теперь? Там эти воланы споднились, сверху эта туника. А она прям индийская, вот эта вот была такая майка, хлопковая. Она на вью была с биркой. Ничего ее было не брать. Сумки иногда бывают классные. Блин, сейчас ничего хорошего. Два раза не мой. Вот эта туника мне нравится. Но она дорогая. Она дорогая. Я ее уже смотрела, она была, по-моему, так кусок большой, это ж просто ткань. А ну посмотри, это должна быть цена. Сколько? 440 минус 30%. Это 300 рублей. Пока, блин, довесить, чтобы 150, заберут нас. Но пока что мне как-то тоже дороговато. Ну, это цена. А, это тоже, кстати, на вью. Это какая-то синтетика. 280. Ну, синтетика. Не, ну, минус 30%. Что? Оля. Угу. Тоже классно. 380. Ну да. Я люблю такие, это знаешь, как из древности. Угу. Из моей молодости. Я люблю только. Сколько на 280? 380. 380. Это где-то 300. 38, 38. И 38. Ну да, минус 100. 280.
150 я бы смотрела брать. Ну, обувь такая. Сумки еще тут. Что-то в этот раз вообще сумки не такущие. В таком состоянии. Не Фонтановска. Не Фонтановска. А, вот что-то появилось. Это не было. Там, не видно, докладывали. Ну, затертенькая, да не знаю. Причем, может, не так нужно. Это нам фирма. Может, подделка, но... Подделка по качеству. Сколько она? 330. 250. Больше, чем 250, да? 33, ну да, минус сотню. 230-250. Карман с двух сторон. Ну, это, понимаешь, химчистку сдать, а так постирать. Машинка постирать, не факт, что она хуже. Да, не факт, что она хуже. Думаю, постирать не надо. Да. Химчистку сдать, да. Такая прическа, вот подмышка растет. Это она как рубашка платье, на лосины, наверное, да? Да. Ой, какая классная. Давай, напиши. Слышь, яйца, все, капец тебе. Моху ей так, рычете с их ногами. Это более такая взрослая. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ-4. Свингер такой лишь, как оно называется. Вот это классная для молодых. Я люблю свишенка. Вот обычно. Вот это просто интересно. И такой винтаж какой-то. Наверное, 90-х годов. Вот эти какой-то прям фирмы.